Вот уже больше 20 лет в городе существует театр клоунады «Мы вас любим». Актеры коллектива выступают в жанре пантомимы и на языке жестов. Сегодня в зале городского дома культуры состоялся бенефис актера театра Баубека Жаналина. Мероприятие было приурочено к Международному дню театра и в рамках празднования 155-летия Актобе. Мир культуры невозможно представить без театра. Театр клоунады «Мы вас любим» в жанре пантомимы в Актобе открылся в 2003 году. В 2007 году он получил звание народного. С тех пор театр радует и вдохновляет своих зрителей интересными постановками. Коллектив неустанно трудится и добивается больших успехов на сцене. Сегодня для театра большое событие. Прошел бенефис одного из артистов Баубека Жаналина. Именно сегодня весь мир отмечает Международный день театра. И также к этому дню мы сделали бенефис актера Баубека Жаналина. У него разные жанры. Играет пантомиму, играет для взрослых, показывает фокусы, поют. Поют они, сами знаете, они глухонемые, малослышащие, они поют руками. Работает своя, есть основная работа. Например, Баубек Жаналин, он, например, мебельщик. Он сам еще спортсмен профессиональный. Недавно он приехал с Тараза по армрестлингу среди слышащих людей, занял второе место по Казахстану. У нас в планах поставить Алдар Кусе, кстати, он будет играть главную роль, Алдар Кусе, поставить полный спектакль. Баубек Жаналин является актером театра уже 13 лет. Кроме того, он активно занимается спортом и другими видами деятельности. После того, как я закончил школу-интернат для слабослышащих людей, я пришел в Дом культуры попробовать себя. Тут я узнал о театре, мне тут понравилось, тут стали проявляться мои творческие таланты. Мне нравятся разные жанры, я никогда не стесняюсь играть разные образы. Также пою и танцую. Мы часто участвуем в разных городских, республиканских конкурсах. Ездили в Атырау, Усть-Каменогорск, также в страны СНГ. В жизни я позитивный и веселый человек, как и многие мои образы. Баубек Жаналин с удовольствием выступает на сцене. Он воплощает в себе разные образы и восхищает публику своим талантом. Зарина Утба, Бахджан Итагеев, телеканал Актобе.